Одна машина против контейнерных баков целого района. Это уже второе испытание новенького мусоровоза. На первом экзамене в машину загрузили бытовые отходы из 70 баков. Но специалисты посчитали – мало. Увеличили параметры пресса и снова выехали на тест-драйв. Вот эта одна машина может заменить полторы машины отечественного производства. Если говорить о зарубежных аналогах, то трехкратное снижение стоимости. Научиться работать на этой машине совершенно несложно. Если раньше работникам спецавтохозяйства приходилось выравнивать мусорный бак, чтобы не промахнуться мимо кузова машины, то теперь это все делает автоматика. Пока на улице проходит испытание одна машина, на заводе собирают еще два мусоровоза. Экспериментируют не только с техническими показателями, но и с цветом. Один кузов покрасили в красный. По словам специалистов, на этом фоне не будет заметна ржавчина. А вот с цветом другого образца еще не определились. Ну, у нас есть ряд технических решений, которые позволяют более плотно прессовать мусор, да, по сравнению с конкурентами. Что, естественно, дает преимущество, то есть больше загрузить можно в этот мусоровоз, можно загрузить больше мусора. Плотнее его спрессовать, больше загрузить по сравнению с аналогами. Машина, которая повезет контейнер – обычный КАМАЗ. А вот сам мусоросборник уникален, как Феррари и Ламборджини. На предприятии нет конвейера, все монтируется вручную. Специалисты подсчитали, только городам Кузбасса таких машин нужно 200. Авто уже заинтересовались хозяйственные службы Междуреченска. Но в планах у предприятия-изготовителя – собирать мусоровозы не только для Кузбасса, но и продавать их по всей России. Евгения Дугаева, Константин Червяков. Новости моего города.